Всем зрителям, подписчикам, привет. Начался у нас монтаж душа. Будем сегодня строить душ метр на 2, на 2,6. Пока разложились и начинаем работу. Душ у нас практически готов. Мы его сейчас фиксируем к основанию. Практически весь обшит. Сейчас это все прокрутим. Далее установка трапика и остальные мелочевки. Строительство душа, напоминаю, строили сегодня душ размерами метр на 2 на 2,6. Идем смотреть. Сразу видно, что бак у нас с подогревом, провод торчит на 200 литров. Леечка вкручена. Каркас теплиц сделан из профильной трубы 20 на 40, 20 на 20. Покраска примерно порошковым способом, цвет шоколад. Поликарбонат 4 мм белый матовый, на крыше, на парнике. 4 миллиметра прозрачный. Все торцы защищены торцевым профилем. Сделан трапик. Все стоит на брусе. Брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. Вот они. 4 штуки. Вот такой отличный душ у нас получился. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.